Орлята вышли на связь с представителями других стран в рамках международной онлайн-встречи «На старте твоих идей». Дети из разных стран поделились идеями по поддержанию мира, безопасности и устойчивого развития, а также рассуждали, какими компетенциями необходимо обладать современной молодежи. Орлята активно дискутировали вместе со сверстниками из Белорусского национального центра «Зубренок», детской организации «Сказочный клуб» из города Бейрут, молодежного крыла при Координационном совете Организации российских соотечественников, учащимися курсов русского языка при Российском центре науки и культуры города Дамаск Сирийской Арабской Республики и русскоязычной молодежной организации «Альбатрос» из Финляндской Республики. Об одном из ключевых навыков – soft skills – орлята подготовили небольшой доклад, чтобы познакомить всех с этим термином.